Сломался у нашей улитки панцирь. Упала на пол. И откололся кусочек панциря у нее. Вот тут вот. Вот, что с ней теперь делать. Что будем делать с ней? Заклеим, может? Давай. Ну, какая-то трещина. Может, давай скотчем, может. Давай. Или не надо ничем. Может, само заживет у нее. Это, конечно, так, чтобы он не отвалился у нее. Ну, спряталась. Вообще спряталась. Это что это она делает? Эй, ты что панцирь ломаешь свой? Взяла и сломала свой панцирь.
Смотри, она свой панцирь сломала. Сама. Все, что откололось, взяла и сломала сама. Сама, видишь, залезла внутрь и отломила кусок панциря себе. Ха. Да можно и так ей жить, да? Может, он заново отрастет у нее? Ну, наверное. Так смотри, она может специально его отламывает, чтобы потом новый вырос? Наверное. Ну что, она сейчас его весь сломает, что ли? Но главное, внутрь раковины залезла, начала отламывать его. Че ты так неаккуратно-то с ними? Не знаю. Как она у тебя отвалилась-то от не тебя? Не знаю. Сама, что ли? Да. Специально. Специально от тебя отлипло? Ага. Ну вот, теперь уже и не приклеишь панцирь. Пойка, отлепляйся. Да. Вот прилипло. Не подцепишь. Хочу подцепить. Смотри, она себе кусок панциря отломила сама. Залезла внутрь ракушки. Взяла и отломила себе панцирь. Теперь прилипла. Даже вцепить ее не могу. Давай, отлепляйся. Да не, просто по тебе так. Нет. Давай, отцепляйся. Папа, ты не глаза. Ну, вроде нормально. Выходи. Он, смотри, берет и ломает себе панцирь. Может, он дальше его будет ломать. Смотри, что делает. Ломает дальше. Ну, значит, печально делаешь, чтоб вот так было по-ровненькому, да? Наверное, да, сейчас сломает, чтобы новый рос. Тут да. Надо убрать, чтобы она не укололась. Да, а то еще морду сломаешь. Я сейчас принесу мусорку.
Давай, выбрасывай. Да уж. Чем пока что? Вот что ты наделал? Ну я ничего. Что ты наделал? А ты не на, это не на удобное место меня положил. Мне. Чего не на удобном? Нож тебе по руке ползал. Но она сама отлипла. Да уже смысла нет подклеивать ей этот панцирь. Угу. Ты просто деру ей. Давай. Ты сейчас поешься. Он все равно у нее отвалится. Он уже качается. Пусть отваливается. А, сейчас. Вон она, наверное, сама отломает. Смотри. Внутрь сама залезла. Ломает. Вот, отламывает сама. Ломает. Может, она его сейчас отгрызет? Зачем ей грызть панцирь? Наверное, отгрызет. Наверное, все. А, ты что делаешь? Стой. Ага, все. Она просто... Ты ей глаз не оторвал? Нет. Она просто засунула глаз. Говорю, подключи стиральную машину. А вот здесь я вначале ее, вот когда мыл, я случайно ее точно так же повредил. Слегка нажал, у нее вот маленький кусочек вот тут отломился. Вот, но потом он сам зарос, и сейчас уже это как целиковый стал. У нее очень хрупкие вот эти края. Это козла. Посмотрим, что будет. Скорее всего, панцирь у него так вот отвалится. И будет опять как новый.